явном виде нам этот бюджет поддерживать крайне невыгодно. Но мы могли бы сделать такую оговорку, что мы его поддерживаем в случае, если правительство берет, публично берет обязательства, в случае провала этого бюджета уже в первом квартале, уйти вместе с этой своей писаной торбой. Вот если Черновыркин такое заявление сделает, что к 1 апреля, если этот бюджет рухнет, а он не может не рухнуть, это уже ясно даже им самим, что они берут на себя обязательство подать в соответствии с Конституцией в отставку.